Более 80% женщин имитируют любовь к футболу. Давай, включайся. А, понеслась. Юля! Юля, иди сюда! Я читаю! Иди сюда, говорю! Ну что, я читаю Куприна, Яму. Том, ты звук, Куприна, ты читаешь? Помнишь, ты меня проспорила? Будешь один футбол смотреть вместе со мной? Да, все, садись. Дима. Футбол, мы ЦСКА, твой Локомотив. Давай, давай, болей за свой Локомотив. А чего это он мой-то? Ну ты же в стройотряде проводницей была, вот. Вспомнил, когда это было-то? Железнодорожники бывшими не бывают. Давай. Я тебе даже шарфик достал. Там в спортбаре забыл кто-то, я взял машину мыть. Давай. Надевай. Уже мыл, что ли? Че? Стыдно, да? Жалко мыть это, блин. ЦСКА! Вперед! Давай, ЦСКА! Красно-синяя машина! Дима, Дим, а что такое ЦСКА? Центральный спортивный клуб армии. Все. Это что, футбольные войска? Ну, типа того, да. А это российский клуб? Ну, конечно, конечно. А что там негр-то бегает? Ну, за такие деньги русским станешь сразу, конечно, даже негр. Сегодня мы вам резьбу нарежем прямо. Да, ЦСКА, давай! А где мои-то? Ну, а найдем он. С кривыми ногами. Так-то они тут все не цискоридзе. Ну хорошо умничать уже. Давай уже болей. Я болею. Кто так болеет-то? Кто так болеет? Давай я научу. Давай, вставай. Встань. Вот так вот, встань. Вот, обопрись, обопрись одной рукой. Вторую руку вот так. Ну куда ты бьешь? Ну куда ты бьешь? Ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Ну куда ты? Ну куда ты? Ну добавь эмоции-то, чего ты притворяешься? Ты не в постели, ты футбол смотришь, ну. Давай. Ну куда ты? Ну куда ты? Ну давай в защиту возвращайся. Ну, давай в защиту ну, возвращайся. Ну зоны-то смотри еще. Ну зоны-то смотри. Ну штрафной внимательно, ребята, ну. Ну штрафной внимательно, ребята. Ну ё-моё. Ну ё-моё. Че ты ё-моё, конечно, ваши забили. Ну, ё-моё, ура! Правильно я делаю? Правильно. Ничего, мы сейчас быстренько отыграемся. Давайте, ребятушки, давай, давай, поехали, ну. О, угловой, отлично. Давай, со стандарта сейчас им, давай, закатим. Давай, ребятки. Дима, а зачем там в углу флажок стоит? Ну как, ну чтобы было понятно, где угол поля, чё? А две белые линии в виде угла, непонятно, что это угол? Ну, ну для наших футболистов непонятно, наверное. Дима, а чё он так близко мячик в флажку ставит? Вот директор поля не боится, что футболист пнет по мячику и промахнется, и флажок сломает. Что ты говоришь, что такое? Бред вообще какой-то говоришь. Никогда такого не было вообще. Накаркало. Чё ты хромаешь? Давай в защиту возвращайся. Вы что бежите, как будто вы тоже ноги? Давай, не лучше. Да ну ё-моё, ну. Ну 2-0, ну. Ну все, хватит уже, все, перерыв, все, тут стоять будешь как. Дима, а тому, кто выиграет, что будет? Что будет? 3 очка и по турнирной таблице вверх, что будет? Да не, я про нас. Давай тому, чья команда победит, сережки. Какие сережки? Новые.
На-на-на-на-на-на-на-на, с бриллиантом в 3 карата. Рано радуешься еще. Сейчас ЦСКА сотворит спортивное чудо. Но если вместо вот того хромого Гэндальф выйдет, то сотворит. Ну что, мы и без Гэндальфа вашим оркам сейчас накрутим. Ну что ты, ну... Ну проснитесь вы что, вы не на перерыве уже? Ну куда? Ну что ты, ну ё-моё, ну 3-0, ну что такое? Я правильно делаю? Правильно! Это два. Проиграли прямо еще. Так жалко. Убери эту ерунду сюда, чтобы я не видел этого в нашем доме. Дим, ну не расстраивайся. Ну надень. Ты с ума сошла, что ли? Я говорю, убери это. Убери, сказал. Ну надень, покайфуй. Ну я никому не скажу. Я говорю, бери. Дим. Я говорю, убери, сказал. Я говорю, да чё ты, ну на, порадуйся. Убери, сказал. Кайфани, Дим. Ну. Тебе даже идет. Да. Я тебе сейчас пиво принесу. Да. А че, имею право, че, наши выиграли, че? Только ты никому не говори, понятно? Никому не скажу. Вообще, чтобы никому. Вообще никому. Я сказал никому никогда. Ну я же про Урал никому не сказала. Это вообще забудет раз навсегда. Да? Чтобы даже... Это слово вообще не существует.